На одной ноге я пришел с войны. У нас принято с синих, с пурпуров академии открывать. Мой самый, я уже много говорил, кому самый классный пояс, который долгожданный, был синий. Вот я не знаю, так не был счастлив в поясе, потому что у меня до этого был некий опыт единоборств, там ММА, тайский бокс, и меня бесило, когда меня выпускали с новичками. Хотя у нас тоже там мастера спорта повольны периодически, да, наши белые пояса, но все равно часто было, что реально попадал на новичков, и меня бомбило от этого, что чувствовал какую-то несправедливость по отношению к людям. И мне как бы вот синий пояс именно был как подтверждением, в принципе, что ты уже умеешь что-то делать, можешь академию свою открывать, да, как у нас. Вот, и как бы получив синий, уже дальше вообще просто тупо развиваешь свое БЖЖ. Пояса сами все приходят. И причем в синем прикольнее, соревноваться больше можно. Где? Чем старше пояс становится, тем проблем не с турнирами. Вот по коричневому я вообще всего выступил на 3 турнирах, по-моему. Все. За все время. На 4. Он уже доказал, чей Карабах. Он сказал азербайджанский. Я согласился. Блин. Я бы сказал, нужно реже спать со студентами своими, если вы тренируете, потому что это ведет к разладу. Но это такое офф-топ, естественно, вырежется. А второе, сейчас скажу, наверное, блин, ну стабильность какая-то в тренировках. Ну, типа, получив черный пояс, человек не должен расслабиться и перестать тренироваться. Вот как я для себя сделал оптимальный вариант, 3 занятия в неделю, и как бы тренируюсь так. Тренируюсь, не останавливаться. Потому что вон черного пояса, вон Карвали, кстати, как раз, когда он судил, я был, будучи белым поясом, когда сделал уэлл-чек, он был уже черным. Сколько лет прошло? Лет там 8 с того момента. Ну, просто, грубо говоря, он, по сути, уже 2 черных пояса мог получить за это время там, да, в разных академиях. Как бы на черном поясе ничего не заканчивается. Скилл нужно постоянно держать в тонусе, как член. Ну, как бы, иначе он там заветрится, грубо говоря. Так и БЖЖ.